приехал на Бару на один еще участок. Значит, человек типа вспахали, расфрезеровали, что-то подробили, помельчили. Короче, вот такое вот чудо оставили. Вон там, вон там, вон там. То есть, ну, что с этим человек должен делать, я не знаю. Это видео к чему, господа? Если вы что-то заказываете, заказывайте, чтобы вам доводили до конечного результата. Иначе у вас денег уходит и времени. Тьма. Вот, говорит, люди ездили то ли 3, то ли 4 дня сюда, и еще с промежутками полторы недели. Ну вот, я не знаю, зачем вы так над собой издеваетесь. Так, значит, здесь что у нас? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это вот перепаханный и перефрезерованный участок называется, как будто бы, смотрите, что там, как будто взрыв, короче говоря, водородной бомбы здесь был. А вот про это они ему сказали, что оно к весне рассосется и уляжется все само. Как оно рассосется, как оно уляжется, я не знаю. Вот здесь тоже все хозяйство. Хотя смотрите, сколько вот этой штуки здесь, так? И по сути у человека здесь низина. Ему надо было просто вот эту всю фигню сложить в низину сюда. И, короче говоря, присыпать все землей. Вообще проблем никаких нет. Ну вот, по-моему, вообще никаких проблем. Если все будет правильно, сейчас мы, значит, замульчируем вот эти маленькие ветки мульчером. Вот. Все, что сможем замульчировать, мы замульчируем. Завтра приедем, короче говоря, с маленьким трактором, с планировочной рамкой, с катком. И свезем вот эту всю штуку вот сюда, во враг. Присыпем чуток это все землей, планировочная рамка сверху. Вот, и посадим здесь газон на этом участке. Вот. Как-то так. То есть при условии, что человек просил, задача была подготовить землю под газон, у людей был мини-экскаватор. Вы посмотрите, как вот можно такие ямы оставить. Это же ужас тихий. Просто реально по колено. Мини-экскаватор, блин, швеллер 16-й, одевается вместо ковша. Можно запланировать, короче говоря, черта им. Удобно же, хорошо, замечательно. Беда, беда. Корней, как вы видите, ушли. Ну и сейчас мы маленечко делаем вот из такого вот горбатого участка более-менее вот такой. Хотя, в принципе, вот он после вспашки и фрезеровки он должен быть такой. А на самом деле он как будто на нем, ну, взорвался какой-то снаряд непонятный. А видите, что это такое? Ужас. Просто кошмар. Так, ну что, все. Участок привели в божеский вид. Смотрите, все кучи корней ушли. Мы их всех мульчером вот этим волшебным перебили. Ну и заколотили в землю. Я думаю, что так и похороним их здесь. Так. Ну вот, более-менее выровняли. Завтра начнем заниматься. Вот в такую субстанцию. Видишь, видите, их кучи целые были. Но здесь, конечно, и мусора всякого полно-полно. Непонятного какого-то, как в любых нормальных садах. Вот. Так что вот такие пироги. Все, на сегодня закончил. Завтра приедем.
Так, ну а теперь видео о том, как мы из вчерашнего участка, на котором ядреная бомба взорвалась, вот сделали и подготовили его под засев. Смотрите. Значит, вот та куча с мусором, она перекочевала туда. Вот здесь яма, которая 70 сантиметров была, которую я вам вчера показывал. Она с помощью волшебства магического и планировочной рамки перестала существовать. И вот здесь мы наделали вот такой результат. Но земля вообще как пыль. Сейчас будем думать, по какой схеме будем сеять. Пока еще не поняли, там сыроватенько. Сейчас прокатаем взлетку и потом начнем кататься. Значит, для понимания, вот здесь не было вообще ничего. Там похоронены вот такие вот ископаемые. Вот эта полоса, это одни корни со всего участка. Здесь была просто яма вот такая, ну вот, вот до земли. Вот отсюда до земли. И вот мы тут наделали такую вещь. Вот, так что вот такие пироги. А предыстория такая. Заказчику раскорчевали участок. Ну, я не знаю насчет чего они договаривались. Там сумма не имеет значения. Короче, ему надо было, ну, вот такой результат. Ребята приехали, спилили все. Что-то корчинули тут. Измельчили ветки. Потом прошлись два раза плугом, фрезой. Оставили поле, как после взрыва бомбы. И говорит, мы ничего больше делать не можем, все, мы поехали. И все. И заказчик две недели грабазал здесь эти корни. Я не знаю, зачем вы себя так не любите. Вот. Работайте до конечного результата, до какого-нибудь, до которого вы договаривались. Как-то так. Ну вот, я думаю, вот мы приехали, они ездили сюда три дня. Мы приехали вчера. Значит, мульчером здесь порубили корни и большой почву фрезой маленечко тут все поизмельчили. А сегодня приехали. Так, вот время 10:43, мы здесь в 8 сегодня были. И вот за 3 часа мы вот сделали вот такой результат уже. Что-то переместили ковшом, что-то планировочной рамкой расфрезеровали. Закатали газон, поехали домой. Но это не совсем газон, скажем так. Просто человеку после корчевки нужно было выровнять, утрамбовать участок. Я ему говорю, ну давай еще семян закинем самых дешевых. Вот закинули самых дешевых семян. Потому что все равно работа выполнена. Как-то так.